Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников. Немножко их биографии. Темпеста Антонио. Дата рождения 1555 год. Место рождения Флоренция. Дата смерти 5 августа 1630 года. Я пользуюсь Википедией переводной. Антонио Темпеста, также известный как Темпестино, был итальянским художником-гравером, чье искусство послужило связующим звеном между Римом в стиле барокко и культуры Антверпена. Большая часть его работ изображает крупные сражения и исторических личностей. Родился он и обучался во Флоренции, писал в различных стилях, на которые в некоторой степени повлияли контрманьера или контрманьеризм. Он поступил в Флорентийскую академию искусств Десиньо в 1576 году, был учеником Санти де Тита, затем фламандского художника Йоганнеса Страдануса. Был частью большой команды художников, работавших под руководством Джорджо Вазария над внутренним убранством Палаццо Векки во Флоренции. Его любимыми сюжетами были сражения, кавалькады и шествия. Он переехал в Рим, где общался с художниками из Габсбургских Нидерландов, что, возможно, привело к его увлечению пейзажной живописью. Среди его последователей был Марцио де Калантонио. Темпеста писал фрески для Палаццо Колонна, Дория Памфили и для маркиза Джустиани в его римском дворце. В настоящее время Темпеста наиболее известен как гравер, занимающий афортом и гравировкой. Он также оставил множество гравюр, среди них листы из Ветхого Завета, 4 листа из жизни святого Антония, набор из 150 гравюр из Метаморфоз Овидия, которые посвящены подвигам Геркулеса, и 4 листа, соответственно, возрастом человека. Ну, вот так вот, немного информации, конечно, из переводной Википедии о художнике Темпеста Антонио, или известный как Темпестино. Пока-пока, до свидания, всего хорошего.